Всем привет снова. О чем я хотел сегодня поговорить, это о выборе. Что лучше? Втулка ХВЗ или там МВЗ или червячная втулка. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Ну, поговорим сначала вот о плюсах. Чем лучше втулка ХВЗ? Ну, или вот современные там аналоги, вот это вот, что я не знаю, что это такое, какой-то мастер или это Eagle International. Втулки индийские, сейчас в основном к нам идут, это или Eagle International, или мастер. Ну, еще есть втулки Velosteel, это, ну, говорят, чешские, но там, наверное, только фирма в Чехии зарегистрирована, а остальное это все китайское, но они качественные. Нужно будет взять ее и тоже разобрать, и там все попробовать. Значит так, плюсы ХВЗ втулки. Ну, это, наверное, большой плюс, что к ним есть любые запчасти. К ним есть практически все. Любой болтик, любая гаечка, контргайка, там стопорная шайба. Все можно купить в отдельности. Море звезд, для них выбор там от 15 там, до 26 зубьев, есть все. Так, ну, я бы сказал так, вот и все плюсы закончились. Плюсы червячной втулки. Если вот поменять вот так вот, как есть, со стаканом, эта втулка намного дольше у вас выходит, чем вот ХВЗ-шная. Здесь вот все попроще, намного проще, здесь есть меньше вот этих деталей всех разных. И в втулках, если его не трогать, там вот правильно сложить, все нормально подзажимать, вот эту контргайку, и здесь вот зажать контргайку, чтобы не ходить у вас долго и нудно. Ну, конечно, это она там не шимановская втулка или какая-то немецкая, но все равно, даже вот в цене, она вот эта втулка со стаканом стоит так же, как вот эта харьковская, скажем так, индийско-харьковская или там китайская, но без стакана. Если еще сюда вот взять этот стакан, это будет стоить он практически в два раза дороже. Так, минусы. Минусы втулки ХВЗ. Ну, то есть не ХВЗ, вот этих вот индийских втулок там, Master Eagle, они очень некачественно сделаны. Ну, хотя в последнее время качество стало лучше, там, если еще 5 лет тому назад или 10, они вообще ужасные были. Оски слабые, звезды вообще слабые. Если взять вот такую большую звезду, вот здесь вот эти усики обрезают вообще моментом. Еще на 19 зубьев они ходят нормально. Постоянные прокрутки, ведущие конуса нормально не зацементированы. Нужно эти, я уже говорил, и ролики там ставить, короче, проблем море. Ну, с тормозами меньше, но все равно. Очень там все некачественно, постоянно нужно разбирать, собирать. Короче, мороки с ними долго и нудно. Ну вот, червячные втулки, вы раз поставили ее, там пару лет может отъездить. Ну, это когда она начнет лететь, там нужно все менять, там лучше не париться. Минусы вот этой втулки, вот червячные, на нее нет запчастей практически, только оси есть, можно купить, но без гаек, без контргаек, без ничего, это червяки, и эти втулка червяка, ну и все. Если у вас отполетит гайка, то уже очень сложно будет ее найти, если сорвете вот резьбу здесь. Сами оси есть. Ну и вот звездами также, вот в комплекте идет вроде бы 18, посчитаем точно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19. Ну и сейчас звездочки на 18, насколько я помню. Здесь стоит звезда такая евростандарта. Она на миллиметр меньше, чем вот эта внутренний диаметр. Здесь 35,5, а здесь 34,5. Дешевых звезд таких нет. В продаже их у нас нет. Но зато есть вот фирменные звезды. Там шимановские можно купить любые. Можете посмотреть в интернете, вот. Но правда стоят они, вот эти звезды, насколько я помню, вот около 60 ел, 70 гривен, это около выходит
$3. Когда вот целая втулка стоит $5. Так что не очень выгодно это все менять. Ну и еще вот здесь вот, как мы видим, в стакан или эта втулка, он так сделан не цельным, одним куском. Здесь вот есть такая труба, как будто бы, зубцы, вот видите, и вот эта шайба с отверстиями для спиц напрессованы. Иногда бывает, что вот здесь он начинает прокрутки. Это можно просто заварить на полуавтоматом и все. Очень быстро делается и без проблем. Но в целом с этими втулками намного меньше проблем. Главное не лезть, а когда уже нужно это поменять, это все снимаете и выбрасываете, ставите новую втулку и все. По качеству, вот, если взять вот там напильничком, попробовать эти все узлы, они вот тверже, чем эти вот диски. Я уже все перепробовал давно. Ну а если вот еще говорить, еще есть велостил. Такая втулка. Она у нас стоит практически 2 раза дороже, чем вот эта и вот эта. Но она идет со стаканом. Там тоже вот велостил идет. Покажу вам позже. Вот она идет вот так. Также со стаканом и стоит. Стоит она около $9, 8,5, где-то вот так. Вот такие вот, ребята, пироги. Если есть вопросы, ставьте, задавайте. Может, что-то забыл. Позже припомню. Ну, а на этом вроде бы все. Спасибо за внимание. Всего самого лучшего. До свидания.